Кайт трапеция Ride Engine 2022 Winaka Windsurf V1 – это первая в мире трапеция, специально разработанная для виндсерфинга. Трапеция Winaka позволит вам кататься дольше и эффективнее идти на ветер, снимая вес крыла с рук в любой момент. Минималистичная форма трапеции Winaka отлично справляется со своей задачей. Трапеция состоит из нейлона и наполнена слоем тонкой пены с закрытыми порами. Трапеция весит всего 450 грамм, поэтому вы сможете в полной мере насладиться свободой виндсерфинга. Благодаря удобной посадке и скользящему крюку, Winaka практически не ощущается при катании. Если вы хотите продлить свои занятия виндсерфингом, Winaka поможет вам в этом. Трапеция позволит оставаться на воде, даже тогда, когда все остальные вынуждены уйти, потому что у них затекли руки. Особенности конструкции. Minimal design. Простая и в то же время эргономичная трапеция, которая удобно сидит и ощущается как вторая кожа. Слайдинг хук, скользящий крюк-фиксатор имеет свободный ход, что хорошо в ситуации, если его необходимо на время убрать или он мешает залезать на доску и его также легко вернуть на место, когда он необходим. Lightweight, супер легкий вес, трапеция практически ничего не весит, всего 450 грамм, что абсолютно невесомо с учетом того, на что она способна. Dual D-Ring Attachments. Два D-образных кольца из нержавеющей стали для крепления страховочного леша. Winaka's design will keep your love for the minimal, less gear-intensive aspects of wingsurfing. The question is not if you will ever use a harness for wingsurfing, it's more like when.